Здравствуйте, дорогие друзья, на связи Дмитрий Николаев, и сегодня хочу с вами поделиться своей покупкой. Это компьютер так для дома, для семьи, для несложных задач, скажем так. Это ноутбук фирмы HP Hewlett Packard G6-2333ER. Сейчас я произведу распаковку, сделаю такой обзор, посмотрим, какие тут выходы, входы. И затем я установлю операционную систему. Тут, как на сайте производителя сказано, драйвера на него идут только для операционной системы Windows 8, Windows 8.1. Других драйверов под него нету на официальном сайте. Дисков уже с ним, с драйверами не выпускают, поэтому сами драйвера я качаю с официального сайта. Ну, под операционную систему 8.1 будем, значит, устанавливать 8.1. По форумам, отзывам я читал, что можно и под семерку подобрать. Ну, так как это проблематично, потому как это приходится с разных других каких-то драйверов подбирать и так далее, я установлю операционную систему 8.1 и настрою ее, как мне нравится, что, в общем-то, и не очень-то будет отличаться и от, по крайней мере, по внешнему виду, от операционной системы Windows 7. Ну, распаковка. Так, первое, что идет, это какие-то вот такие инструкции. Но пока непонятно мне языке. Потом аккумулятор. Питание. Вот такая. Так. Адаптер. Питание. Ноутбук Hewlett Packard G6-2333SR построен на двухъядерном процессоре AMD с частотой 2,7 ГГц. Набор микросхем идет от AMD A70M. Оперативная память составляет 6 ГБ DDR3 с возможностью расширения до 8 ГБ. Слоты памяти 2, слот 1. Видеокарта, два графических процессора AMD Radeon HD с выделенной памятью DDR3 1 ГБ. Жесткий диск 750 ГБ 5400 оборотов в минуту SATA. Привод Super Multi DVD RRV с поддержкой двухслойной записи. Дисплей HD с диагональю 39,6 см, что составляет 15,6 дюйма. И светодиодной подсветкой, которая составляет 1366 на 768 пикселей. Сетевая карта – это встроенный интерфейс 10100 Base Ethernet LAN. Беспроводная связь, присутствует Wi-Fi, Bluetooth. Звук здесь динамики Altec с системой W-Advanced Audio. Клавиатура полноразмерная, текстурованная клавиатура основного типа с цифровой клавишной панелью. В качестве указывающего устройства присутствует также сенсорная панель TouchPad с поддержкой технологии Multi-Touch и кнопкой включения-выключения. Внешние порты – многоформатное устройство считывания карт памяти для карт и мультимедийных карт. Здесь присутствует один разъем VGA, один разъем HDMI, один выход для наушников, микрофонный вход,
один порт USB 2.0, два порта USB 3.0 и один разъем RG45. Блок питания переменного тока 90 Вт, 6-элементная литиево-ионная батарея. Присутствует веб-камера от этой же фирмы Hewlett Packard со встроенным цифровым микрофоном. Ноутбук поставляется без операционной системы FreeDOS. Размер его составляет 37,6 на 24,4 см и толщина 3,63 см. Вес его 2,48 кг.